Из Украины выдворили очередного вора в законе Драрашидова, известного как Хидир. Об этом сообщили в киевской полиции. По данным правоохранителей, 28-летний уроженец Грузии отбывал у себя на родине наказание за создание преступной организации. В 2014 году был коронован в Греции, а позже стал обвиняемым по делу о квартирных кражах. В 2017 году его депортировали из Греции в Тбилиси. Позже появилась информация, что его задержали при въезде в Россию. На границу в Северной Осетии он предъявил паспорт гражданина Российской Федерации, который вызвал подозрения. Как уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по региону, при задержанном было обнаружено несколько штук полностью и частично подделанных различных документов и ни одного настоящего удостоверения личности. Отмечалось, что против него было возбуждено уголовное дело. Однако, чем оно в итоге закончилось, не сообщалось. По данным украинских полицейских, границу он пересек после официальной смены фамилии и документов. Как только силовики поняли, что в столице находится именно вор в законе Хидир, мужчина был задержан. По данным оперативников, в Украину он прибыл для усиления влияния так называемого кутаисского клана и планировал контролировать деятельность квартирных воров. Рашидов выдворен за пределы Украины с запретом на въезд сроком на 5 лет. Известно, что он вылетел в Стамбул. Также в отношении него начата процедура по отмене получения законником вида на жительство в Украине. Как ранее сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко, с начала года из Украины было выдворено 5 воров в законе.